поначалу мы создали комикс, потому что сами увлекались чтением манги, просмотром обычных аниме или мультиков и комиксов. И после нам просто захотелось, у нас не было определенной цели, мы делали это, потому что нами движило желание создать что-то новое, внести свой вклад в эту школу. Первая глава комикса повествует о самом начале, именно как начинался учебный год в Назарбаевской интеллектуальной школе. Она повествует о 8 главных персонажах, которые были, о которых мы рассказывали на презентации. И там именно первый день в школе, 1 сентября, линейка, обычные школьные дни. А вторая глава уже идет более подробно, каким образом они выбирали тему. Сам процесс, мы не владели знаниями определенными, как именно делать комикс. Вначале мы очень долго решали, каким образом мы будем и на какую тематику, какой жанр комикса мы будем вести. Вначале мы планировали фантастику, но оказывается это было очень сложно. Но позже мы освоились, выбрали повседневность, обычную комедию. После мы поняли то, что нужно создавать раскадровки, то есть именно каким скетчи, по которым будет рисоваться уже непосредственно сам комикс. И сначала мы создаем сценарий, потом делаем раскадровки, и по ним уже наш художник Диана рисует комикс. Презентация прошла очень отлично, мне очень понравилось, много кто заинтересовался именно этим проектом, и самое главное, очень хорошо, успешно прошло. В планах создать следующий номер в двух языках, может быть, даже и в трех языках. Сейчас, в данный момент, первый и второй выпуск, он только на русском языке, но в дальнейшем планируем на казахском и на английском.